Всем приветик. Да, Бабака, скажи всем приветик. Какая у нас разница между Бабакой и ананасом? Разницы у нас никакой. Вот у нас ананасик. Вот у нас ананасик. Вот наш Бабака, собака, обожака. И в тарелочке у нас кусочки ананаса. Ням, ням, аккуратно ешь. Это видео мы отправляем как привет Йорику, Сашке из Москвы. Йорика зовут, спокойно ешь. Йорика зовут Александр Григорьевич. Вот. Йорику, Сашке, привет от обожаки, которая тоже, как оказалось, жутко любит есть ананасы. Вот такая у нас собака. Ням, аккуратно ешь. Молодец. Куда пошла? Спряталась? Иди сюда. Иди сюда. Вот еще. Еще шматик. И вот последний большой кусок. Ням, аккуратно ешь. Аккуратно. Съела, ты моя хорося. Ты моя бабака. Всем привет, покажи. Ну, ладненько. Ананасик съели, правда. Че уже сидеть на кухне, если мы съели ананас, да? Больше ничего не осталось, остался только сок. И на следующий день у нас еще один ананасик остался. Вот его мы уже завтра с тобой точить будем, да? А теперь всем пока.